Эй, чтобы никто не догадался. О, вот в 2 часа ночи идешь, и ты типа, ага, билетику пройти. А то уже было часов 7, тоже так же. Ну, она юмора не поняла, она начала мне так на шире українській мові розповідати, як то прийти до твоєї бібліотеки Федковича. Розповіла мені, я так подякував гарно та й пішов. Але потім повернувся, бо моя душа каже, чоловіче, що ну, вернись назад. А розум каже, що дурний, то 200 метрів вона вже прийшла, то я маю з неї бігти, що дурний чи що. Що ви думаєте, я то повернувся і побіжав. Повернувся, побіжав, хоча ум говорить, да ти що, дурний. А тут каже, ні, то треба. Так було. Итак, мы нашли универсальное средство для знакомства, которое... Когда я обдумал, сказал, девушка, куда вы идете? Она за порошком. Мама послала. Я говорю, классно, супер. И мне красота по дороге тоже. И так мы потом договорились о встрече, буквально поговорили 15 минут, договорились о встрече через пару часов. Я был такой счастливый. Мама, супер. В то время я помню, я испытал то, что я говорю, что настоящий чёрт любви. Когда ты влюблен по-настоящему на четвертой чакре, ты не думаешь о сексе. Это отвлечение, но понимание того, что да, просто тест для мужчин. Ну и для женщин то же самое, да. Если я говорю, что я влюблен, но в это время думаю о сексе, то это не есть настоящая влюбленность. Любовь имеется в виду. На сердечной чакре. Влюбленность, которая сексуальная, это другая влюбленность. Окей. Ну ладно, не важно. Итак, универсальное средство знакомства. Окей, каждый для себя находит. Тише, все записали, да, мужчины. То есть какой-то вопрос, ничего не обязующий, но по теме. Если нахожусь я в супермаркете, где, как вы думаете, а сколько здесь пестицидов? А вот можно вот это есть вообще? Говорят, что вот этих кабачков, понимаешь, это на этих, как персики вот надутые, понимаешь, от них печень потом отваливается. Как вы думаете? А какие вам яблоки нравятся? Посмотрите, потому что я вообще не разбираюсь, знаете, я как один живу, вот, холостой мужчина, понимаешь, не знаю, вот, как вы... Сразу я уже говорю, да, о своем статусе, та-та-та, естественно, та-та-та и так далее. Вот. А если я хочу узнать у девушки или замужем, а что ваш муж кушает? А у меня мужа нет. Я уже знаю, как с ней разговаривать, естественно, да? Потому что не все кольца наносят, в принципе. А то девчина сразу будет резюме? Ну, в любом случае, это нейтральный вопрос. Я не сказал так, девушка, вы замужем, что я хочу знать, жениться, вы мне понравились, считаю. Да? Нейтральный вопрос, что ваш муж кушает? Вот, и я хочу тоже выбрать какой-то. Что посоветуете мне вот, приготовить, выбрать кабачки или баклажаны? Я в них не разбираюсь, что из них лучше. Ну, то-то, то-то. А что ваш супруг кушает вообще, предпочитает? Что, ну, знаю, мужчины все одинаковые вкусы, как бы, может быть, у нас совпадают. То есть, знаете, нейтрально, да? Каждый работает свое понимание. Okay? Итак, это универсальное средство. Теперь вы правильно подошли к тому списку вопросов, который для меня очень важен, чтобы я определил в своем собеседнике, есть ли у него те качества, которые нужны мне, жизненно важные. Я могу вот такой список спрашивать, где вы Новый год проводили, понимаешь, какая музыка вам нравится, уж какую шоколадку вы любите, то какие песни вы поете и так далее. Список очень громадный, да? С чего я должен начать? Составить список. Общие интересы, да. Но я же не буду, как вы же говорили, я не постараюсь, не меняю свою образ жизни. Резюме свое же не меняю в зависимости от партнера. Если я здоровый образ жизни, то я, это для меня жизненно важная ценность. Так, задать вопрос, да. Правильно. И вот, то есть, как мы определяем, какие вопросы задавать? Ну, по своим. То, что для важно для меня, и то, что я хочу увидеть. Каждый задавайте вопрос себе, друзья. Вот так горизонтально лежу, вот он так и останется. В одно ухо вошло, в другое вышло. Но может присниться, кстати, есть такая терапия, когда учимся в горизонтальном положении. Я в школе, когда был, помню, где-то в кино смотрел, Хохма, наверное, была. Включаешь стихотворение, и она тебе ночью играет, и ты утром встал, типа выучил. Не знаю, работал, нет, книжку под подушку положил. Не знаю. Окей. Итак. Составляю список, я, значит, исходя из того, что я презентую себя, я вставляю, мы уже говорили, да, самые лучшие качества, которые у меня есть, да? Составляем свой мадамский джентльменский набор, вставляю свой список качеств своих, и где я указываю все, что самое ценное у меня есть. Откликается, ребят? Пропускать, нет? Нет?
скажите, что? Какая проблема? Я не знаю, какие мои качества наиболее лучшие для знакомства. Окей. Ребят, прекрасная ситуация. Скажите, как думаете, если я не знаю, что я есть, что у меня есть хорошего, что у меня есть плохого, каковы шансы, что я найду того человека, который мне нужен? Если я не знаю себя, что я хочу, что у меня есть? Это ничего страшного, вы на разном этапе. Вам нужно бы начать, я бы рекомендовал. Начать с того, чтобы развить себя. У нас есть этапы на моих тренингах проводим. Я становлюсь самодостаточным, изучаю, наполняю себя, избавляюсь от прошлого. Остаюсь готовым выйти на маркет знакомств. Я освободился от прошлого, я развил свои качества, которые нужны уму для мужчины. Окей. Изучаю. И где я потом нахожу такого мужчину? А потом, вот это уже как раз то, что мы сейчас говорим, да? Находиться там и найти такого. Где там находиться? Ну, допустим, женщина получает там три высших образования. Потом мне кажется, что все мужчины глупые, например. Ну так зачем вам искать мужчин, которые глупые? Ищите мужчин, которые вам по душе и по сердцу. Да? Поэтому вот мы Поэтому мы составляем список своих качеств, которые для у меня самые, считаю, самые ценные. Поэтому я должен знать, да, какие, что у меня самое ценное, самое лучшее. Как я могу знать? Да. Резонный вопрос. Кого интересует, как узнать, какие у меня качества классные, самые лучшие? Что я могу вот, на job интервью, когда выйдете на работу? Ходили на работу? Как вы резюме составляли? На работу это совсем по-другому. Не, ну, на примере, скажите, как нет, по работе. Я вот... не хочу прийти на свидание и попасть на собеседование, абсолютно. А хороший вопрос, да, вот не хочу попасть на собеседование. А по-другому не когда мы идем на скоростные знакомства, что это является? Это что, мы сердце открываем? И вот у меня 20 человек, а каждому... А потом, блин, сердце закрыло каждому. Как потом выбрать? Каждому привязалось, да? Сердце-то открыло, каждому привязалось. Как теперь выбрать, с кем быть? Все нравятся, у того глаза, у этого штаны, у этого машина, у того работа, понимаешь? А? Как это сделать, да? Вот. Вот мы это сейчас и говорим, как это сделать. Итак, составляем список тех качеств. Ребята, какого проблемы, как список качеств дать своих, которые какие у меня самые лучшие? Нет, там все нормально. Итак, составляем список качеств, которые у меня есть. Да? Самые. Причем те качества, которые я должен исходить из того. Когда я же женщину изучил, да, если я мужчина, я изучил женщину, что им интересует. Исхожу из обязанности с таким пониманием, есть простая подсказка. Есть обязанности мужчины, есть обязанности женщины. Я вот ими пользуюсь. У каждого свое, в зависимости от своей религии, от своего духовного пути, от своего уровня развития семейных отношений. Ты да я, да мне хорошо, или мы хотим быть примером для общества, или мы хотим стать духовными лидерами, или мы хотим быть президентом, first lady и президент страны. У нас разные будут уровни этих качеств, которые мы должны развивать. А? Да? Из этого я составляю, то есть, тот набор качеств, которые я должен развивать себе. То есть, ну, мы проходим более глубоко, есть понимание класса, еще ориентируемся на классы. Самое простое, есть классы, творческие работники, бизнесмены, есть класс творческих управленцев и ученые. И к какому классу я отношусь, я должен иметь эти качества, чтобы выполнять свое назначение. Значит, мы сегодня не будем это касаться, это более глубокая тема. Исполнять свое назначение, призвание и развивать эти качества. И в соответствии с ними я развивая себе качества, которые не должны, и ищу соответствующие качества у своей жены, чтобы не опускаться вниз. Ну, а где это? Сейчас я скажу. Скажи. Там есть такое понимание, значит, совместимость идет. Самое лучшее, когда на одном уровне. Я ученый, ты ученая, окей. Либо мужчина на класс выше, всегда должен быть. Если на два класса ниже женщина, проблема возникает. Не значит, что вообще бесполезно. Но если жена, возьмем самое простое, колхозный работник, а мужчина кшатри, это управленец, настоящий управленец, не те, что сегодня у нас бизнесмены, управленцы, да, а управленец по своей природе, которые показатели настоящего управленца. Это справедливость, это честность, порядочно. Тоже беспокоится за всех. А те, которые сегодня у власти, которые о деньгах думают, это бизнесмены. Это не управленцы, окей? Итак, вот это совместимость. Если женщина выше класса, not good. Это один из показателей, почему не клеится отношения. Говорят, не совпадают ценности. И вот это одно из определений самого простого, да? Классы не совпадают.
он из класса шудры или творческий человек, а я из класса хотя бы женщина, например, бизнесмен, бизнес-вумен. Ему попроще, все, что до того, бери побольше, кидай поменьше, пока летит, отдыхаю и отвечаю только за себя, никакой ответственности. Скромно живу, приземленный, женщина вся на виду, общение, люди, та-да-да, проблем, проблемо. Как подходит тогда бизнес-вумен? А? Хорошо, бизнес-вумен, как вы найти мужчину? Либо на одном уровне, либо на одном, я же сказал только, либо на одном уровне должны быть, либо мужчина всегда должен быть классом выше. Мужчина всегда должен... А, какие? Самый низкий уровень, не самый низкий, разные классы просто. Первый класс идет снизу, это творческие люди. Второй класс, это люди, которые занимаются бизнесом. Третий класс, я нарисовал схемку. Третий класс, это люди кшатри, управленцы. Окей? По чакрам тоже можно соединять, но я не хочу углубляться в эту тему, это очень глубокая тема. И четвертый класс, это ученые. Ученые, священники, учителя, врачи и так далее. Но имеется в виду, не по профессии, а по призванию. Я могу быть депутатом, но по своему содержанию я бизнесмен или вообще творческий человек. Okay? С колхоза вышел. Денег заработал. Okay? То есть вот это показатели совместимости. Но это дальше. Сейчас мы проходим то, что мы сейчас... Итак, мы составляем свой список наборов. Мой личный... И список тех качеств, которые я хочу видеть в своем партнере. Я называю его минимальный набор. Почему минимальный? Сейчас. Почему минимальный? Потому что я все, не могу схватить, да? Много хочу, вот, хотя бы то, что потяну. Помню, что то, чего я запрашиваю, я должен этому дать обратную энергию. Если я хочу вертолет, я должен иметь зарплату. Хотя бы, соответственно, там, 200 тысяч долларов в месяц. Окей? Если женщина хочет мужчину ответственного, значит, она должна... Какие качества развить в себе? Ответственность. Девушка, что еще? Безответственность? Нет.